творчество – это вся деятельность человека. Меня зовут Катерина, я занимаюсь организацией мероприятий, мы также делаем декорации. То есть все, что связано со сферой интертеймента, шоу – это моя жизнь, мое вдохновение, моя страсть и моя работа. Можно сказать, что это вариативный фантазийный мир, который режиссер или организатор создает и которым он делится с присутствующими. Вот эта огромная разница диапазонов задач, знакомств, коммуникаций – это делает мою работу потрясающе интересной. Меня зовут Мадина Беспаева, я актриса и танцовщица, играю в театре и в кино и руковожу балетной студией Open Ballet. Когда я студию создавала, все, ничего не существует, все не важны, никто не важен, вы не важны, никто не важен, что там говорят, нет, это все происходит, все вообще, самое важное это вот это. Меня зовут Анвар, я поэт, переводчик, клубный промоутер, режиссер. Я считаю, что в наше время просто читать, выходить какие-то стихи, это уже мало интересно кому-то, поэтому мы ищем какие-то новые форматы, новые подходы, в том числе вот с музыкой. Теперь мы будем использовать еще какую-то театральную вещь, какую-то визуальную вещь, поэтому мы хотим как бы вдохнуть какую-то новую жизнь в это все, что у нас связано там, с поэзией и с представлением, со способами представления текста, репрезентации текста на публике. Меня зовут Анара Исупова, мне 28 лет, 2015 года, и я плотно занимаюсь театром, и это, можно сказать, мое большое, очень большое хобби. Для меня это все проявляется фразой «я не могу этого не делать». Ну, то есть я это делаю, потому что я этого просто не могу не делать. Если там человек рисует, поет, танцует, что-то хочет поставить или еще что-нибудь, он это делает, потому что он не может иначе. Меня зовут Артур, я занимаюсь театром. Театр для меня – это основной способ существования в целом, потому что через театр я познаю себя, познаю других, как эта жизнь устроена, и создаю комьюнити, в котором мы занимаемся настоящим искусством. Я работаю с людьми, с которыми раньше вообще не имел никаких дел. Ну, это просто очень прокачивает, это очень продвигает. Театр меня всю жизнь преследовал, просто как-то так получалось, что почему-то он все время откладывался. Мой интерес, я, может быть, тогда не понимал, что к театру, но к актерству точно, он, в принципе, всегда был. Я сейчас даже вспоминаю, что в детстве мне было интересно, типа, хочу стать актером. Меня зовут Сульбике, художница. Кураторка, активистка, сейчас снимаю документальные фильмы. По образованию я оператор. Меня вдохновляют вещи вокруг меня. И таким же образом я хочу, чтобы то, что я произвожу, вдохновляло людей и, может быть, даже давало какие-то ответы на вопросы про эти вещи вокруг них. Когда они живут вот в городе, ходят туда-сюда, когда мы из одной точки в другую перемещаемся и думаем о каких-то вещах, я хочу, чтобы вот то, что я делаю, оно могло создавать какое-то пространство диалога внутри вот, ну, людей в моем пространстве. Я Теодор Фрост, я занимаюсь фотографией уже 10 лет. Пробовал себя в разных жанрах, но в конце концов пришел к репортажной фотографии и сейчас занимаюсь репортажами и портретами. Меня очень вдохновляют старые, олдскульные, как сейчас часто говорят, фотографы старой школы классической. И мне тоже хочется что-то повторять, но при этом привносить свое в это. И для меня такая фотография – это медиум, который позволяет захватывать момент, который ты потом с теплотой можешь вспоминать, рассматривая мои снимки.